За прошедшую неделю на территории Надымского района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека получили травмы. Оформлено 24 ДТП с материальным ущербом. Проведено 3 профилактических рейдовых мероприятия. Было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок было привлечено 7 человек. Задержано 2 водителя такси без лицензии. Всего за неделю госавтоинспекция Надымского района было выявлено 605 нарушений правил дорожного движения.